Всем привет, ПВЗ, оно. Так, ну чё, продолжим, зевашки ещё, да? Ещё будут зевашки, я поспал. Только что проснулся, да. Время у нас 1:00. Вот, я буду вялый, но довольный, надеюсь, игрой. У меня вон, видите, аренку показать обязательно. Какой-то чел, какой-то вообще наглый чел решил влезть. Ахм, вообще охерел. Ну, я как бы, да, его обратно победил. Но он влез вообще такой, значит, я, говорит, буду на первом месте. Ага, будешь ты на первом. 108 леденцов засолено. И в банку закручено. А есть видосики? Нет. Сегодня как-то аренку не очень получалось играть. Лень было. Да, аренка такая скучная херь. Вот вообще вот. Если бы не леденцы, и все такое, если бы не те растения, да. Новая акция какая-то вот на вот этого вот. Вот это вот банчи на зайку, короче. Акция на зайку. Тут тигровой травы насыпят. А я... Их нужно 250, чтобы его открыть. Где я еще 200 возьму? Ну, наверное, на аренке, что ли, будет? Или где-то еще, я хз. Ну, наверное, как бы дадут. Или это акция по 50, и в течение 3 лет ты ее откроешь или купишь. Тоже как варик, ну. А ну-ка, магазики, что у нас есть? Может, их продают, да, за кристальчики или за что-нибудь еще? Ну, там я видел, за рубли продают, это понятно. Не, не помню, какой интересный костюм. Не, ну, пожарник не очень, короче. Ну, актуально, ну, за деньги, понятно, можно его купить, кто бы сомневался. Тут можно семена купить 5 штучек. Ага. Видимо, где-то можно будет еще и больше купить, да? Вот, тигровая трава, бумсета. Что за бумсета? Бокс, чего ему нужно? Сень дерево, зубчик, ледяной перец. Парвень. Бумсета, это он? Ты ж не бумсета, да? Ты же только что читал, да, забыл. Скорость, да? А ты бамчи вообще? Кто такая бумсета? То есть бамчи там нету. Там есть какой-то бумсета. Что за бумсета? Хочу узнать. А как я, блядь, буду каждого читать, что ли? Ну, это, конечно, способ узнать. Ну, такой способ. Тут нет нигде поиска. Ну, ладно, не буду тогда. Ты что-то... Ага, вот это у меня открылось. Из коробок. Вспомнил. Да, за последнюю победу на аренке... Ну, то есть там 7 побед делаешь, и за последнюю победу насыпают очень много семян сейчас. А в следующей будет лиги. Ух, как-то много семян. Ну, там будет сложнее уже, наверное, побеждать. Так, ну вот, насыпают, короче, семян. Я его открою, конечно. Я его сделаю сердечком, чтобы не забыть, что я хочу его потестить, что он может. Но урон у него небольшой. Он охлаждает. Перезарядка большая, стоимость большая. Ну, урон небольшой. Ну, глыба, как бы. Вот это мне интересно. Эту глыбу, как бы, другие зомби бьют? Типа, это... Или как вообще? Вот. Ну, надо смотреть... Ну, урон небольшой, да. И это вообще что за урон такой? Урон 50-75, что это за урон, блядь? Ну да, мы про него читали, кстати. Любитель позавтракать блинчиками, ну, помню такого. Где ты еще раз? Блядь, тут навалило всяких семян, а? Воу. Мне где-то 15 надо еще достать, да, и у меня будет ледяной. Ну, я не буду, понятное дело, покупать, но мне 15, интересно, я смогу где-то еще достать? Где вообще-то мне выпадало? Не знаю, не помню. Где-то выпадало. Вот. 250. У меня есть 3. Вот так вот. Он что-то типа этого, да? Боксмен или как там? Короче, где-то там. Мои любимые травки. Во, моя любимая травка. Бокс чоя точно. Бля, 25 всего надо, чтобы апнуть. Его надо по-любому апать. Ладно, я не... Во, тебя можно апнуть. Ничего себе. Бля, денег на тебя жалко, если честно. Вот просто 1,5 косаря тебе отдавать. Я тебя пользовать не буду. И ты в жопу. А вот тебя я пользую иногда. Тебя я... Ну, секундочку времени. Это тоже пойдет. И еще оглушение. Длительность, что ли, или что? Не знаю. Наверное, длительность оглушения все-таки. Когда пернет. О, арбузик. Да и император. Ладно, все, поехали. Надо это... вот это хочу проходить, вот это, да. Ну, сначала пони, пени, пони, нет, это погоня, а это пони. Пони пиньята, во. Пони же это? Или это просто, ну, а, тут сажать нельзя. Ну, это ладно, что нельзя, нельзя.
А тут опять вот так. Ну, на сразу ставить, да? Логично же, чтобы проломило. Угу. Бля. А сажать нельзя, да? А мы вот так вот можем сделать. Бля, зачем я так сделал тупо? Ну, будет жрать пока. Вот так вот, да, сделаем. Где-нибудь вот тут поставим. Угу. Ну, нормас, ладно. Вот тут поставим. Зачем там? Бля, не знаю. Так, во, тебя теперь можно ставить. Куда? Сверху давай. Там у нас мало стоит. Так, ну. Тебя вот туда поставим, да? Тебя вот так вот, да? Угу. И тебе вот это сделаем. А... О, идет, блядь. Пучок шатается. Так, там, ну, тут давайте, да, поставим. Вот тут-то вот. Блядь, ну дайте уже, убейте там этого пидора. Пидора. Во, неужели, блядь. Вот так вот сделаем, да? Так, дедулю надо убить. Это вам, кстати. Там стойте, если что. А там стоит орех. Вот так вот, да, поставим. Угу. Вот так вот. Хорош жрать. Во. Дедуляк убивать, ну. Я дедуляк. Убивать. Да ты чё не прожалась-то, дура? Может, успеешь убить? Не, не успел. Обидненько. Ну да ладненько. Бля, вот эти дедули вообще опасные парни. На самом-то деле, да? Угу. Сколько вас там, блядь? Изданитесь. А, ну сюда, да, давайте. Ты на туре воевал. А ты там что делаешь-то? Ты вообще стрелял? Поставим, да? Может, там орех вылезет, блядь, пока. О, давай. А-а-а-а. Ну, одну потерял, конечно, не обидно. Давай тебя еще. Не, не буду, 10 серебра. А-а-а. Ща я буду терять 10 серебра. А, ну все понятно, где он еще будет выпадать. Вот это что за парень, я так его не понял. Я его пользовал, как бы он мне как-то в одной катке выпадал. А что он делает, я не понял. То есть он что-то под землю прячется и торчит. И все, и что? И когда кто-то на него заходит, он типа прописывает ему что ли апперкоты. Я не заметил этого. Деньги, деньги, вот тут самые большие. Нет, тут самые маленькие. Ага, ну понятно, противоположном угле. Ну, банчи, короче, будет здесь. Окей. В целом тогда понятно все. Ну сколько будет атакция длиться? Ну как минимум получается... А сколько там, подождите. Давай быстрее, ромашка, блин. Я тут что-то считаю, математика у меня. Ну 14 дней получается, как минимум, да? Получается. А там-то у меня что было? А, тут новая аренка будет. Ну да, та же кончается. Ты чё? Я ж тебя победил. Да, я тебя победил. Нахер ты? Поехали, вот эту пройдем, да? А потом уже новый мир начнем с магией, с Гарри Поттерами. А там будет Гарри Поттер? Я хочу, чтобы там был Гарри Поттер. Ну, давай. Пользователь Дэйв, пусть этот Новый год принесет вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо, Пенни. Итака, правильно, да. Да, пользователь Дэйв, нам очень нужно доставить вам Така. Така. Ну, то есть, это намекает, что он как этот, как зомби. Зомби только мозги, а он так. Ну, логично, да. У зомби нет мозгов, они хотят мозгов. У Дэйва нету така и мозгов. Така важнее, чем мозги, получается. Тогда у зомби, получается, есть така? Получается так. Выживайте в давке года лунного зоопарка? В давке года? А как выживать? Что надо сделать? А, мне дадут этих попользовать. Окей. Тут опушки будут, будут курицы. Парни классные вообще. Это типа ведро, как я понимаю. Попугаи, да. На попугаев надо... Тут либо...
Ой, у меня нифига себе есть. Интересно, что ж взять-то такое? Ну, понятно, тебя... Уф. Прям тратить его жаба давит, если честно. Ну, надо все равно брать. Так, тебя пока тестить не буду. Не на этой катке уж, ладно. Тебя я, наверное, возьму на всякий случай. Тебя я тоже возьму. Тут у нас будут вот эти двое. Я не знаю, как они сражаются, но они в миле сражаются оба, как я понимаю. Тогда нужно что-то РДДшное еще иметь. До кучи, чтобы куриц убивать еще. Я бы, наверное, предпочел вот их. Да? С другой стороны, эти посильнее будут. Но они дорого стоят. С другой стороны... А ты что, прапор? У тебя прапор, что ли? Можно ничего себе. Да не, я не буду тебе деньги тратить на тебя. Я тебя не пользуюсь, зачем тебя апать, блин? Зато они куриц хорошо убивают. А мелких плохо убивают. Но если мы на задний ряд их поставим, то они мелких убьют. В любом случае. Давайте, да, брать их. Ладно, поехали. А вы что делаете? Стоим, ты не видишь, что ли, да? Не, а правда, что вы делаете? Чашечки. Я рад вас видеть на моей вечеринке. А, у меня, да, да, что я, блядь, переживаю вообще. Что-то испереживался, да? Так, Бончи там еще я читал, нужно будет что-то нажимать ему, когда он, типа, давай, вот, он начал сражаться, типа, раз, раз. Я не понял, когда его надо нажимать, конечно. Типа, когда он делает, что надо, когда нажимать-то надо? Ладно. А че ты так долго его убивал? А ты чисто станчик такой, да? А, вот она как работает, понятненько. Так, надо делать хоть этих, да? И вот этих сделаем. Запустим их, да, чтобы... Ничего не понял, короче, но очень-очень интересно. Вы типа убились, да? О, там вот сюда фиалочку можно, да? Вот сюда вот. Бля-бля-бля-бля. Сюда, да? Так, я не понял, как это работает, если честно. Очень у вас тут все интересно, блядь. Я интереснее не бывает. Так, вот сюда, да? Угу. Вот сюда надо, короче, уже это. Вот сюда нажимаем, конечно. Угу. Вот это жмем. Запускаем ульту. Так, вот эту ульту запускаем. Бончи делаем, зачем, не знаю. Я не знаю, что они делают в эту траву. Хуя вы кушаете, блядь. А вы реально, да? Ну-ка, а что ты делаешь? А, тигр, тигр, выпусти своего тигра. Давайте еще. Типа, ну-ка еще раз, типа, он растет, растет, растет. Оп, оп, тигр выпал. Нарезал такой, оп, обратно, да? Интересно. А что делал Бончи? Вот сюда поставим его. Да ты уже бахнул, пора, ой, убить нахуй пушку-то, блядь. Мне главное есть чем убить ее, да? А я херней страдаю. Нет, я хочу Бончи. Да блин, день. А, есть. Так, ты как-то слабо бьешь. Тебе не кажется? Ну реально, ты мелкий. А ты можешь крепкий? Ты двух мелких убивал хер знает сколько времени. Реально долго его убивал, да? Чуть я не понял. А ты вообще-то урон-то наносишь? А, ну...
Иди. Что за пахни? Это не пахни, это же девушки. Так, вот тебя можно прочитать? Бончу увеличивает урон последовательными ударами цепи. Хорошо. Я рад за тебя, что ты увеличиваешь урон. Вот ты, да? Прочность, да не толстый. Удар грома какой-то, 400. Я не понял, тут написано. Банши наносит 5 быстрых ударов для атаки. Ну ладно. После каждой цепочки он увеличивает свой стак чи до 5 раз, что наносит больше урона с каждым стаком. В последнем стаке наносит банши... Коснитесь банши. Ну вот пятый стак. А как его узнать, этот пятый стак? Ну, ладно. Короче, ты такой. А где этот тигр трава, блядь? Игер. Игер. Кыс-кыс-кыс. Да, не буду я искать, короче. Так разберемся. Методом тыка. Тут несложные катки, так что разобраться несложно. А вот вы что делаете? Это я вообще не понял. Надо хоть бы посмотреть было. А как их найти? Не, ну надо глянуть. Тут, блядь, хотя бы интересно смотреть на это. Что они там делают? Ну, их несложно найти. Они же типа похожи там. То есть это сердечки. Нет, это все не вы. Помидоры всякие. Ну, красненькое искать и все. И найдется, да? Ага. О, я тигр траву нашел зато. Так, ну-ка, тигр постепенно растет. Тут не написано, что он милишник, да? Скорость роста, здоровье тигра. Типа, ну ладно, посмотрим. Вот ты что, ты станил. Оглушение, прочность, урон. А, он еще и урон наносил. Ну, видимо, этим, да, своим маслицем. Так, стоп. Ну, это не ты. А где, блин? Как тебя звать-то, трава? Ну, с сердечком, да, с хвостиком и сердечком. Ты, что ли? Да не, не похоже на нее. Хотя, может, это надутая. Вот она, сразу тебя, цветущее сердце, урон наносит, атака навесна, это понял, это короче этот, катапульта, любит зомби, из-за чего его сильно осуждают друзья, но оно твердо стоит на своем, ну нравится ей зомби, и что такого, ну правильно, да. То есть при нескольких цветущих сердец множители урона складываются. Не знаю, что такое. Перезарядка 5. А, это цветочка посадить. Тут их несколько. Несколько в ряду? Или несколько в линиях? Это вот... Или вообще несколько на поле, насрать, да? Ну вот. Ну тут мы тоже самое берем все. Тут как бы абсолютно. Абсолюли. С другой стороны, зачем мне эта трава? Тут нет куриц. Да и она особо не нужна была. Тигров с бончи будем использовать. А туда возьмем себе либо, ну вот, вишенку, да. Сажай, говорит, да? Год лунного зоопарка. Угу. Вон она какой сейчас год. Ну тут еще, да, у меня эти были прапаны. Вы стреляете, вы молодцы, да. А тут никого. Туда надо тигра посадить, наверное. Давай еще. Вот сюда посадим, да, пока бысь грызет. Блядь, курицы-то есть, оказывается. Ну, понятно все. Ну, надо доигрывать. В любом случае, тут же как бы... Неожиданно. Ну, я куриц не видел. Надо было это юзать. Давайте щит сделаем, хоть какая-то будет. Надо было взорвать, у меня столько всего было, блин. Ничего не сделал вообще абсолютно. Угу. Так, о, курицы идут. У меня будет... Ну ладно, давайте фиалку используем. Курицы же это... Ага, курица исчезнут, да. Угу.
Ой, блять, вас не хватало, да, тут абсолютно. Как вы догадались, что именно вас мне нужно. Да пиздец какой-то. Понятно. Так, этих больше мне не надо. Вот ты давай сюда. Да, блядь, последний. Они же так быстро съедают, да? Сука. Этого я... Да ты почему не заебрают? Да ты почему не юзаешься? Да вообще жесть. Ну это все, это Габелла, да. Габелла. Понятно, короче. Куриц там еще как много, но... Меня курицы, кстати, съели, если что. Угу. Сюда надо перед ними ставить это, банчи, короче, вот это вот, чувака. Это я не буду использовать. Так, это я то же самое возьму, только... Вот за... Не, летунов-то мне насрать на них. В целом-то. Чё я хотел-то против куриц? Были бы у меня банчи на каждой уровне этой линии, я бы как бы справился, конечно же. Тогда нахер мне их брать? Надо что-то еще как бы. Задешево, да, и сильно, сердито там, вот это все. Я хотел, да, фиалку взять. Ой, это, гриб взять. Вот что я хотел взять-то. Гриб-то поважнее будет и понужнее. Там робота я бы этого превратил бы, никто бы не летал бы нахрен. И он бы всех бы там разорвал. Ой, ты какая миленькая. Тут лучше с обычными, мне кажется, играть. Так долго восстанавливаться, тут сразу такое безумие начинается. Ну, он уже пошли, блядь. Так, пока их убивать не будем. Так, тебя сразу. Поставлю, да, щит на всякий случай. Пусть грызет. Да блин, давай уже, ну прям денег вот вообще нету в начале, вы ебанулись просто. О, пошла курица, блядь. Ну там, да, сейчас они прогрызут щит, а у меня денег нет, мне не дают денег, блядь. Просто. Ладно, дали, блядь, неужели? Да дайте, не, надо было эти обычные шлепать, не, я не буду сейчас его тратить. Денег вообще нет, как будто, знаете, да, игнорируют возможность давать мне деньги. Так, это вот сюда поставим, да? Там просто, ага, так сюда поставим. А ты назад бьешь, кстати? Поставим, ну. Так, туда надо что-то... Дай, 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 прям, ну реально, вы денег-то мне хотите дать? Нечаянно нажал, ну. Охуенно, блядь. Ну это все, блядь. Ты назад не бьешь, реально. Охуеть можно, блядь. Блять, он не поставился, зачем вы гоните, что за игра вообще? То есть они его сожрали? Что это за растение-то вообще?
чем его прикол тогда? Я просто его сожрали. Класс, блядь. Так, ты тут не нужен? Мне нужен дракон. Ты тоже тут не нужен теперь, поэтому. Вообще просто сожрали его и все, говорит, блядь. Мне похуй. Ням-ням, блядь. Да не, ну надо все равно что-то брать. Ну фиалку уменьшающую возьму. Хоть как-то, как бы, да, контроль. Да надо это тоже брать. Какой-то бред. Банчи, я не понял просто. А нахер ты нужен, если ты просто дохнешь, как говна кусок? Как бы... Я опять взял эти подсолнухи, но... А они тут вообще не очень, вот просто не очень. Я не знаю, мне них... я не могу их поставить, не успеваю. Мне ни денег не дают, а тут уже начинается мясо. Хули делать, блядь. Ну, вот опять, блядь. Он этот раз смог что-то, да? Блядь, да все равно. Да то есть вы съели его, да вы прикол. Вы с какого уровня-то? Ебать вы какие! Не, реально, а какого-то... Да ты почему не поставил? Да не, поставилась. Не понял. Ее типа съели, что ли? Какой-то бред просто. Да, поставим, да? Так, сейчас пойдут. Да, вот эти полетят. Да, 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 да. Да, блядь, не, нельзя сюда ставить. Они реально, да, вот так вот сожрали мне все. Просто, да, пришли, просто сожрали. Чё, ты все еще жив? Так, мне нужно еще вот этих вот. Вот этих вот. Угу. Вот этих вот. Сюда сделаем, да? Заморозим эту всю... А, ну да, у меня же там, да, огонь. Что такое, а, блядь, просто? Ну так он так медленно идет, да? Надвигается, говорит, блядь. Я вот не понял, кошки, они вообще что-то делали, или я их просто для красоты ставлю? Все, да, прошли, блядь. Да, жесть просто. Ты уменьшишься, блядь? Кусок ты говна. Ну-ка. Ну давай, что ты делай, а? А, делал. Ну я прошел, конечно, ну... Что-то как-то жестко. Прям жестко-жестко было.
Эти два растения вообще не понимают, что делают. Да я знаю, но... Ой-ой. Пушки. Ведра. Ты кто? Я тебя вообще не знаю. Так, фиалка, ну, понадобится, да, нихера никакие. Тут же нету, да? Куриц, блин. Или опять сейчас будут, и тогда я не увидел. Ну, их, я как бы не заметил, их реально не было, если честно. А чем я буду дамажить? Вот этими двумя, так они нихера не делают. А там мне ничего не поставили, а? Эти только. И я хочу обычные взять. Где вы там? Попугаи буду, да, значит? Да где ты? Вот ты обычный. Угу. Попугаи, значит, будут, да? А попугаев нужно быстро убивать, иначе они тебя как бы просто тебя спиздят растения и все. А, да похи. А попугая можно сдуть, наверное, да? Ну, наверное, да. Логично же. Блин, ради попугая брать, я лучше ради попугая возьму вот этих вот. Они как бы, не, они будут могилы долбить точно, но. Что взять, блин? Что взять-то, а? Сильное такое, классное. Не, ну понятно, можно его взять, да? Бокс чоя, ну блин. Не думаю, что он здесь нужен. О, кстати, он тут вообще зайдет. Он тут будет как раз и могилы долбить, он всю линию будет долбить. Ага. Я взял хоть, смотри, блин. О, тут денег, ничего себе, блядь. Так и не помню, как ты работаешь. Ага, о, ты бьешь. Ага, ты выпрыгиваешь, потом вырастаешь, типа, да? Угу. Так. Ну вы как бы прочный, я это уже понял, да. Отразил это. Так, тебя мы, понятное дело, уменьшим. Ты не видишь, что ли, его? А, убил, молодец. Она типа вот так вот делает. Все, я понял, как она работает, блин. Так, где? И давай там бей его. Типа она откидывает тоже, да? Угу. Нормас. Тогда тебя ставим. О, еба. Колючки-то я не... Так их не было! А, они были! Это эти как раз и были, блядь. Пиздец, нахуй. Ну да. А, его уже убили. А там вылезли, да? Угу, угу, угу. А куда там делось? А я там не делал, что ли? Так, где? Подожди. Боб. Угу. О! Иду, блядь. Так, еще попробовать хочу. Знаете, что сделать? Пока не буду что делать, не вижу смысла. Все нормально справляется. Вот ты будешь отсюда выпрыгивать. Выпрыгивай, окей, все, понял. Так, вот вас, конечно же, вот так вот. Ну да, вы нам тут не нужны, конечно. С вами мы поступим... Непонятно. А, вас там уже убили. Тогда вот с вами, бля, там опять надо взрывать. Давай, давай, откатывайся. Сколько ты мне насыпешь? Ой, так мало сыпешь, ничего себе. Я-то от тебя лучшего мнения был. Это мне трава это больше нравится. Хотя, может, надо вовремя нажимать, да, и тогда будет круто. Кто-то. Они еще и ста... А, вот так вот они бьют. Все, понято, 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 как это работает. Угу.
Угу. Так, ну тут надо... Вот тут надо нажимать, да? Вот тут нужно... Бля, так они сильные! Ни хрена себе! А то есть вот кто тут сильный. Ну я пока с этим не понял, вот честно, как он работает. Может быть, когда он надувает, типа загорается, да, типа нажал на него и буф, супер грозовой разряд идет. Возможно, это так и есть. Ну эти просто сильно бьют вроде, да? Ага. Ну вот этот расклад мне больше понравился. А, ну он как раз, кстати, сюда и подходит тоже. А, ты что такое? Перекати поле, катится по полю и отскакивает от зомби. Ага. Это что-то, не знаю. Что-то, да, что-то интересное, по всей видимости. Блин, все равно эти лучше, как ни крутись. Тогда нам помимо этих нужно что-то, какой-то еще урон. Перекати поле. А, перекати поле 50 стоит? А что так дешево? А ты... А, ты пушка, типа. Ты полетела, да? Выросла, полетела. Выросла, наверное, так, да? Ну, сейчас увидим, короче. Ну, блядь, тут... Если бы тут не нужна была валюта, на что бы посмотреть. Можно было бы и в бою смотреть. А если тратить, не хочется, да? Мне, походу, день зоопарка, блядь. Где ты вот? Вот он ты. Урон небольшой. Особенность, не знаю, что это. Перезарядка. Ну, быстрая. Ну хорошо, по прямой летит. Стоимость. Ох. То есть с пнями его можно, да, комбинировать? Окей, хоть такую информацию поделились, блядь. Спасибо. Давай. Ну тогда, собственно, пнёчков возьмем, да, еще? Блядь, ну ты тогда не нужен с пнёчками-то. Нахер ты тогда? Пнёчки тут все испортят. Ну ты, блядь, быстро откатываешься. Акс, нет, блядь, тут их много будет, не имеет смысла. У нас замедля... уменьшалка есть. Замедляшка не получится. О, давай тебя возьмем, все, поехали. У них вот три ульты валяются. Просто, да, на земле. А, тут уже можно ставить. Давайте. Ага, вон оно как. Все понято. А! Класс просто, бля. Лучшее. А зачем? Я не ту поставил. Ну ладно. Поставил и поставил, допустим, да? О, ты нихуя, ты сильный какой. Так, везде сейчас поставим, да? Так, тут тоже надо ставить. А, он могилы жрет? Нихера себе. Молодец, получается. Делаешь вообще то, что нужно. Что сейчас будет? Сильная волна, говорит, блин. Так, ну на тебе, катим. Эй, ты чё доходишь, ты дурак что ли? Так, ну вас мы, конечно же, уменьшим, товарищи, блядь. Я, кстати, хотел же проверить, да, работает ли она на всех. Блять, не умрете что ли? Хорошо, блять. Все, блять, убью, да? Где? А, то есть ты когда поджигаешься, ты становишься сильнее. Отлично. Так, я хотел проверить, настало время, да, типа? Да, да, всех на карте, все понял. Угу. Так, не могу, да?
Нихуя ты вылетел. Так, это тебе, кстати. Угу. Так, это вот вам, кстати. На всякий случай. Страшно. Так, тут-то справятся. Я не понял, а ты типа... От такого пенька ты просто, да, пролетаешь вообще по беспределу? Ну-ка, а от такого... А ну там просто отталкивать, ну уж некого, да, было? Хер поймешь, короче. Где, давай. Вау. Вон оно как работает. Интересно, блин. Давайте. Подожгем, блин. Давай уже бластер свой, блин. Включи. Я, короче, там в той катке проигрывал, потому что тупил, честно. С растениями не мог разобраться. Не понимал, как эти работают. Брал что-то. Один боб, да? Все решает вообще один боб, реально. Боб хорош. Он причем дамажит еще сильно. О! Ну, окей. Надо такого же взять, чтобы, если что, восстанавливать, да? Тут никаких мне растений не дают. Короче, уйдите нахер все. Рояль, блядь, в кустах. Ну тут тоже боб по-любому идет вообще, да? Бобян. Бобясто. Что там еще вам можно нахерачить? Бобясто пойдет. Ты, да, обязательно, чтобы подхилиться. Угу. Потом, ну... Обязательно... взять? Дай тут колокол только из сильных. Нахер ты нужен? Вот тебя возьмем. О, тебя вообще тут фиалкой все-таки тащит, да, фиалка? Вот согласитесь. Фиалочность вот это вот. Прям вот отлично заходит. Ну давайте тогда возьмем пузырей, что ли. Где пузырь? Надуй. Надуйся. О, пузыря возьмем, да? И что-то еще нужно. Гриб, не надо. Вишенку, не. Боб может. Или вот эту, да, потестим наконец-то. 200, правда, стоит. Охренеть. Бля. Вон оно как. Хреново. Ну хотя почему-то хреново. А, боба сюда, да, воткнем. Да, поставим, ну. Бля. А, ну нормас вообще, в принципе. Где ты там? Угу. Я не буду пока ставить его. Если что. Ну-ка, а если вот сюда? Ага. Все, понял. А я эту глыбу дамажу? Нет, я эту глыбу не... как она работает. Интересно. Так, а если я... Я сюда поставлю. А ты... Вот ты где дамажишь, значит. Понятненько. О, рояль из кустов выходит. Так, тут надо сделать вот эту вот штуку. Так, а там я еще даже баба не посадил, ничего себе. Тогда, ну ладно, чё. Тогда вот так вот сделаем, чтоб ты не сдох. Ненароком, блин. Бля, там уже... Поставим-ка перед ним, да? Еще там, да, значит? А он же сейчас, да, пизданет гандон на кусок. Да ты чё... Да ты чё никуда не вставишься-то, блядь? Ага. Хера там рояли у вас, блядь. Ну-ка нахер и пошли отсюда. А, не могу, да? Да куда? Ну давайте... Блядь, зачем туда-то бахнуть? Там-то вообще нехер бахнуть. Вот тут я еще. У меня ни одной нету тут, ничего себе.
Так, поставим, да, на всякий случай. А, блядь, у меня столько ульт, я коплю их, а оказывается, это уже конец. Я коплю их, коплю, короче. Ну, вот так вот, да. Что, еще одна каточка. Шестая будет. Ну, ладно, будет и будет. Сегодня мало пройду. А хотя пять штук-то я в любом случае должен пройти. Чё, чувак, чавка, зомби съели ваши мозги. И теперь вы закончили? Зомби съели ваши мозги. Типа, чё, чавка. Вот в той тоже такой же это, в таком же ивенте было тоже такой же билибердяус написан. Я процитирую ваше падение в ближайшее время. А, проецируешь? Ну. Я проецирую так, блядь, так. Хорошо. Не дать зомби затоптать цвет. Ой, тут вообще всякого будет, да, навалом? Еще какие-то... Хуй знает, с динамитом, смотрите, да? Что-то опасное тут вообще творится. Нет, ты не нужен. Тебя возьмем. Потом... Взять, что ли, тебя? Да нет, тебя не надо брать. Ты пригодишься в других местах. Тут-то зачем тебя использовать? Угу. У нас будет... А кто будет еще-то у нас, чтобы... Всякие вот эти непонятные с динамитом, ребятки, блядь. Тут-то понятно. В целом. Этими тоже все понятно, блядь. А с динамитом непонятен. Что делать? Что еще взять? А что у нас там? Ага. Понято. Ну, нужно брать, чтобы еще хоть как-то этих защитить. А, у меня нету щита. А, ты. Да, ты там и брали, чтобы тебя... Вот, а его-то мы возьмем. Угу. Ты с нами пойдешь? Ну, ты так дорого стоишь? Нет, ты с нами не пойдешь. Слишком дорого стоишь. А тут есть написано, сколько мне денег дадут? Не написано. Денег, блин. Сколько мне солнышек предоставят. Нахер. Ну, не знаю, что взять, короче. Вот в целом, да, не знаю, абсолютно. Что-то нужно классное, сильное и полезное. Это будешь... Давай ты, короче. Тут у меня, да. Нормальный расклад. Тут еще просто три тигра будет. Угу. А, ну денег есть, все нормально. Деньгов есть. Сюда будем ставить. Угу. Так. Не, где гриб? Гриб. Вот. Нет денег, что ли? Дайте денег на гриб. На. Сюда надо бахать. Не сюда надо бахать, конечно. Угу. Так. Вы там, надеюсь, выходите? Где бластеры-то мои, блядь? Бля. Сучки, а? Блин. Ну сейчас, да, сдвинуть, короче. Да вы гоните, да? Угу. Так, это тебе. Так, это сюда. Это сюда. Там они покушаются пока, да? Что ты там бьешь-то? Нет там ничего, блядь, чтобы что-то можно было бить. Угу. Так. А еще можно меньше сделать? Просто интересно. Ну так, на будущее знать. Нельзя. А жаль, да. Денег мне можно выдать, блядь?
Сука. Можно будет, но не сегодня. Может быть, завтра подходи. Ну, вывез как бы. 6, ну да. За счет уменьшалок вывез и за счет это, перца ледяного. Что ты там дашь-то? Ну, хорошо, да, нужно. Ну, тоже, да, бокс чоя тоже нужно апать. Ну, эти тоже нужны. Ну, бокс чоя, да, отлично, отлично. Спасибо. То есть, все-таки дают, да, в этой пеньяте его? Этого нового. Так, вот, можно нажать? Нет, нельзя, я думаю, можешь посмотреть. Но это та же самая пиньята, которая там была. Просто там то, что написано, оно не соответствует действительности. Его зовут не так. Надо одну... Ой, столько еще всего надо, а времени... Еще ни одну рекламу, представляете, сегодня не посмотрел. Это офигеть. Это удивляет, да-да. Пойдемте... Накаркал рекламу, блядь. Я умею. Это я, ну. Так. Ну давайте, темные века. 4, да, 4 перчика. Ты нихуя еще каток, блядь. На пол жизни проходить. Это? Че это? Неоновый миксовый тур. Да. А мы к Поттеру пока в гости, да? Тут, кстати, грибная тема. Ночная грибная тема, как я понял, да? Поехали. Будем грибошить. Вот так-то. Вот так-так. Кто выключил свет? Ночь началась. Пользователь Дэйв, мы прибыли в темные века. А, мрачные новости. По моим данным, эта эра погрязла в чуме. Зомби чумы болеют. Помимо этого, с неба больше не падает солнце. Неплохо бы осветить этот темень. А, это когда? Да-да, я понял. Нам нужны солнечные грибы. Они славятся не только своим солнечным настроением, но и солнечной выработкой. И чем больше они растут, тем больше дают солнца. Толковые ребята. Че это? А, это типа, понял, да. Как его, блядь? Как эта штука называется? Это не ворота. Ну, это как бы ворота, но называется по-другому. Это не мост, потому что это ворота. Да? Блин, как это называется? У нее есть название. Ладно. Что тут можно взять? Ну, тебя-то понятно брать не надо. Нам грибов надо... Грибов нам давали. Так тебя брать... Тебя-то я буду брать на всякий случай. Ну, тут-то и тебя не буду брать. Баба возьму. Пиалку тоже брать не буду, ну что тут за зомби, блядь, одни конусы. Что-нибудь просто на попроще, на вот этого взять. Он дешевый и сердитый, сердитый парень. Че куда я делаю вообще, куда я иду? Мне нужно что-то, на что-то набрать, ну давай тебя. Во, поехали. Зачем я все это взял? О, кстати, это да. Полезен будет, оказывается. Я что-то не посмотрел, начиная сколько всех дечек. Ну, начало тут, да, оно такое очень, да? Пока они не подрастут. 200, да, делать это, да, это не очень умно, конечно. Не только ща подросли чуть-чуть. А у меня ничего вообще нету, да, такого? А 25 все еще дают. Значит, очень дешевое. У меня ничего такого нету. Ну, если бы я разбивать, да, сразу бы стал, конечно. Оров нет. Ну да, тут надо очень что-то дешевое. Чтоб сразу же бить начало. Тогда, ну, ты, конечно, хорош, споров нет. Не, ну его надо взять, чтобы потом использовать, да. Ну вот тебя не надо. А есть что у меня вообще такое супер дешевое, чтобы дамажило? Ну, кроме ореха за 100. Катапульта есть за 100. Ну, мне со 175 бы, чтобы, да, целую линию дамажило. Ну, бля, его, ну, за 150 прикольный бы он был, конечно. Но у него ульта, и мне ее жалко. Я бы на что-то ее хорошее бы применил. За 125 такой парень. Ну точно не с линзами, да? Хотя они бы, наверное, да, порешали бы вопрос.
тебя, что ли, взять? Да ты будешь долго бить. Обычный за сотку горохострел возьму. Ага. Просто... Я сейчас думаю, что... Тут же не падают, да, солнышки? Мне нужно еще 25. У меня нет ничего такого дешевого, супер, да? Ну ты только вырос, ты дай мне хоть солнышко-то одно. Сука. Что за бред? Весело. Ну я знаю, что тут дадут потом эти бесплатные грибы за ноль. И типа, и с них надо начинать всегда бой, ну... Да ладно просто, да? Вот, блять, вот... Я ж не смогу пробить, да, его? Ну-ка. А, нет, убил, ладно. Но он долго будет его долбить, чтобы, да? Вырос, блядь. И чё толку-то с того, что ты вырос? У меня нету солнца. Еще бы полтяху, а? Ну давай, успевай. 25 дал. Говорит, нет, полтяху не дам, дам 25. Нет. Ну это жестко. Чё-то я вам скажу, блядь. Когда у тебя нет того гриба, да? Бесплатного, блядь. Это пиздец как жестко. Ну ты-то точно не понадобишься никогда. Ты тоже. Ты будешь нужен. Вот ты нужен, да. По-старому будем. Ну за 50-то, да, одного зомби выключить нормально. И горохострел обычный. Других вариантов вообще не вижу. Ты-то точно тут тоже не нужен. Ну фиалка нахер тоже не нужна. Ну, а полтяху стоит, в принципе, да? У меня есть замедляшка за ноль еще. Дядя. Вот ты, замедляшка за ноль. Кстати, тоже иди туда. Что тут можно еще делать? Вот это, возможно, подойдет, да? За 150. Заместо тебя ее возьмем. Потому что она... Типа, ее мы, например, сюда поставим, да? Она будет вот так вот и вот так вот долбить. А сюда ее надо. А, вот сюда, если ее поставить, то она... Угу. Так что давайте, где-где-где. Возьмем, да, ее. Она хоть как-то тут будет полезна. За 150. Хотя, с другой стороны, дракон за 150 еще бы полезнее был бы. Накопи на него, блядь. Ну тут снаряд, по-любому надо с капусты начинать, это вообще без вариков просто. Хотя... Какая тебе капуста, я салат! Давай, салат он, блядь. Салатович! Да давай там не иди, рыкает мне тут. На тебе еще. Ну типа посадил ряд какой, мне надо два ряда засаживать, это понятное дело. Сюда надо будет. Так, тебе вот тут посадим, да? А тебя мы по-прежнему контролим. Ну вот тут только уже, блядь. А их по-прежнему сажаем. Ну два ряда-то, я думаю, вообще отлично будет. Ага. О, уже соточка есть. Так, тебя мы по-прежнему, да. Тебя мы накормим вот этой штукой. Хотя, ну ладно, нормально. А тебя мы замедлим. И на тебя вот эту штуку поставим. Угу. И там, бля. Да, я хотел поставить ее, да? О, вырос, блядь. Так. Угу.
Где еще? Вот еще можно купить. Вот сюда вот поставим, да? Угу. Ну, нормасик, да, нормасик. Так, вас замедлим, конечно. Товарищи, блядь. Это я могу убить вообще? Могу, отлично. Тогда тут еще гриб посадим. Вот это уже похоже на что-то, да? Вот. На что-то серьезное даже похоже. Так, вот тут посадим, да? Угу. Так, тебя-то, конечно, мы заморозим. Блин. Понятное дело. Дальше что у нас еще есть? Они потом исчезнут, да, грибы? Они типа вырастают и исчезают. Как я понимаю. Угу. Да, посадим. Вот сюда вот сделаем еще, да, и вот так вот. Кто у нас там хочет пройти? Зачем тебе проходить? Я не понял. Давайте можно ускорить процесс этот. Ну-ка, если на гриб сделать, что сделаешь? Ну, посрёшь, да-да-да, солнышками, понятное дело. Угу. Так. Ну, теперь у меня очень много сердец, да, блядь? В начале это пусто, блядь, в конце густо. И туда в такое, давайте еще вот это туда делать. Да, первая катка, ну, сложно. Ну да, нету этих грибов бесплатных. Зато теперь у тебя этот гриб есть, ты счастлив? Вообще просто, немерено. Но он когда вырастает, он много начинает давать. Прям немерено много. Смотрите, 2400. Мне столько денег и не нужно. Это как бы перебор. А теперь реклама каждый раз, но после каждого... О, начали давать, отлично. Тогда ты мне не нужен. Ты сделал свое дело. Ну, теперь и это мне не нужна, потому что вот этот будет лучше намного, на мой взгляд, мне больше он нравится. Вот эти все нужны за ноль, вначале они прям просто необходимы. Может быть, да не нужна тоже. Я бы еще взял... И, кстати же, магнит дадут. Я сейчас понял, да? Если бы у меня был бы магнит до... С лопатами, я бы... Вообще бы у меня не было проблем бы с той каткой. Лопаты же магнитятся, да? К магниту. Я только вот, я когда просматривал, какие мне растения дадут в этой эпохе, так ее назовем. Вот, я увидел это, магнит, думаю, так, блядь. Во-первых, пропеллер, да, этот. Потом магнит, короче. Они реально засунули что-то, как бы поменяли местами, чтобы было сложно из-за этого. У меня просто растений не было бороться с ними нормально. А магнит, все бы лопаты залопатил бы. Отлопатил бы лопат, но... связал. Воедино свою, блин. Где этот гриб-то? Я хочу его добавить. Мне ж его дали. Вот он ты, да? Вот сюда, да, иди. У меня на тебя нету прокачки, ничего себе, блядь. А на тебя, кстати. А на тебя есть. В будущем. Так, я за место... А, не, ну нормальная тема, да? Вообще отличная тема. Может быть, за место электро... Не-не-не, вот это вообще будет тема. Тема темовская. Угу, тебя оставим. Они быстро восстанавливаются еще. Этот сразу нам, да, сейчас будет тыркаться и принесет нам любви. Да-да. Зомби, не-не-не, ты там стоишь. Кстати, ускорим, да? Угу. Больше одного ряда делать не надо, на самом деле. Вот что я понял. Но они пропадают, да. В этой версии ПВЗ они пропадают, оказывается, блин. Удивило. Так, тебе вот кушай.
Никого не слушай, а тебе вот. Угу. А вам вот, да-да-да. Вы опасны, товарищ. Так, давайте сюда ставить. Угу. Так, вот сюда поставим. Угу. Так, где-где... Сюда, да, поставим. Ой, там этот, блядь, идет. А хотя идет и идет, что на тебе. Уши, блядь, не обляпайся. Так, этому... Да-да-да. Так, сюда. Угу. Грибочки-то надо по-прежнему ставить. Сюда, да. Сюда. Ой, там идет. Да, ну на, тоже, да, конечно, кушай. Никого не слушай, ну. Вам вот так вот, блядь. И грибочек вам, кстати. Ты что, зачем дошел? А хотел дойти, дошел. Как вот насчет двух лазеров? А как вот насчет вот такого лазера, кстати? Ну да, положительно горит. Так, тебя, да, да, да. И вот сюда сделать еще. И вот. Ух ты, идут, ничего себе. А у нас, смотрите, что есть. Неожиданно, да? А тут еще и бластер из глаз. Охереть можно, да? А тут еще баба. И замедлить вас. Да, и ладно, и вот эту штуку нажать. О! Ну, он нужен в начале, да, чисто в начале, а потом уже ты нормальное растение можешь делать. И он сам пропадает, кстати, да, что удобно. Потому что, ну, он как бы, у него расстояние... Да хватит мне писать, что задание выполнено, я знаю. Ну, а потом... А потом что? Там же этот будет еще, этот гриб, который... Вот этот вот, супергриб. И мне только одно интересно. Тут грибы только ночью действуют или днем тоже действуют? Вот что мне интересно, если честно. То есть, как в прошлой версии был... О, монах. Как в прошлой было версии, там грибы действовали только ночью, а чтобы днем они действовали, их нужно было кофеем напоить. Как оно тут-то? Интересно. И, кстати, гриб. Тоже тебя пока... Да... О, давайте. Угу. Длительность увеличивается еще. Ой, как у тебя мало надо тогда семечек, чтобы его улучшить. Я хочу его тоже добавить, потому что я буду часто теперь его использовать на данной катке. Чтоб да не искать. Угу. Где? Поехали. Ну, тут все то же самое вообще абсолютно. Абсолюли. Ну да, ну да. Что ты еще сделаешь мне? Сначала обычный грибов. Подконтролил, подхеролил. Тут-то вот стой. Вот тут-то вот его заморозишь. Вот тут-то вот, да. Угу. Тут прикол, что вначале очень сложно, потому что вырастают. Пока они вырастут, пока они будут полноценными грибами, блядь. Ты не пуляешь все еще? Ничего себе. Неожиданно. Знаешь ли. Угу. Тебя вот сюда. Ну как бы уже и не надо, да? Особо. Ну если сейчас, смотря, какое-нибудь ведро пойдет. Там-то, скорее всего, контроль понадобится. А, ну нет, этих я больше не делаю. Сюда поставлю, выстоит. О, эти, блядь. Не-не, не буду тратить. Так, вот сюда поставлю. Угу. Сюда. Так. Тупо что они пропадают? О, о, ведро, кстати. На, кушай. Ведерко пришло, блядь. Не нальете мне в ведро. Но тут надо, да, следить за ними и обновлять постоянно. А иначе будет... А, нельзя, да, похилить, типа? Давайте сюда поставим бобца. Так, это вот сюда.
Прямо вот здесь вот. Угу. Какую-то замедляшку мы воткнем. Бля. А, нормально, да. Все отлично вышло. Все вышло как надо. Это бластер, блядь. Лазер бластер, там не знаю, как тебя назвать. Так, эти замедлены все еще. Поставим, да, вот так вот. На всякий случай. Угу. Ну, ведро идет. А для ведра у нас есть бонус. Так. Не-не-не. 75, значит, дает, да? Да-да-да, 75, когда он выше дает. Тебя мы заледеним, конечно. И вот тех грибосов еще натыкаем. А, они тебя заледенили? Ничего себе, блин. Угу. Так. Ну, думаю, вот сюда надо бахнуть, да, перчиком, блин. А вот грибос сюда поставить. Угу. И вот сюда еще лазера. Давай ты уже, как эти? Ну, их бы два ряда, конечно, делать. Тогда вообще проблем бы с деньгами не было. А то бы реально, сейчас проблем с деньгами. У меня нету денег, смотрите, они все еще не какают. Ну, неужели, блядь. Не сказать, что мне прямо эти деньги нужны-нужны? Да не, нужны-нужны, конечно. Туда вот, да? Угу. Ускорить надо, да-да. Очень медленные катки почему-то. Ну, это начало, конечно, я понимаю. Ага. Так, это тебе. О, конусы идут, блядь. Да, на сниза снизу мы, короче, бахнем сейчас, да? Угу. Так, сверху бы что-то еще сделать. Классная, блядь. Да, борца еще, да, посадим. Так, тебя замедлять зачем? Ну все как бы. Надо вот этот гриб. Вот он вроде дешево стоит и ауешит как бы. Это главное. Сколько еще? Две каточки нужно сыграть. Еще пеньки нужно сыграть, но я хер знает. Пандоль, Азазель. Я читал эту книгу, да. Хорошая книга. Темные века известны как эпоха умственного регресса и моральной... Чего? Беспорядочности? Моральной беспорядочности? Это типа направо и налево со всеми, что ли? Вот про это ты имеешь в виду? Распутность это называется. Сейчас подходящий момент, чтобы обратиться к внушающим силам гипногриба. Не, есть гипногриб. Неплохая идея. Поставим тут всех на путь истины. Сажается. Это тебе, да, блядь, Дэйв, о пути истинном говорить, блядь? Ты за так гоняешься. Сажаешь такой гриб и зомби в недоумении, какая муха их укусила. Ну, логично, да, муха как бы... Ой, то есть, зомби это, ну, считайте, протухшее нечто, да, как дерьмо. А мухи что любят? Дерьмо, да. А потом выяснится, что это была некая не, никакая не муха, а их бывшие приятели, взрыв мозга. Вот у меня только что произошел вот этой, блин. Мне дадут дать типа, попользоваться, да, грибосом? А, да, в натуре. У меня он есть. Я умею им пользоваться. Неоднократно пользовался. Ну, на тебе. Они, кстати, могилы, оказывается, ломают, не знал. Ты какой гриб? Ты уровня 2, значит, ты обычный гриб. Не будем тебя пока использовать. О! Нямкну. Ну давайте, капсапульту, ну. Капустапульту. Так, ну, я бы вот сюда бы ее воткнул, пусть это ломает. Нет, пока не буду использовать. А, все вот так вот будет, да? Вот тут посадим, да? Угу. Можно забрать. А, даже так, ну ладно.
Эй. Не, не хочу его использовать. Бля, ну придется, да? Ну ладно, ч. Бля, ну тут тоже надо использовать. Поделать. Тут нажмем. Так этот убьет, да? На тебе, блядь. Так, вот сюда поставим. Хорошавчик. Ого. На тебе, бля. Да, ну сюда. Зачем мне эти грибы тут? Я, конечно, не понял. Ага. Так, ну то ведро надо... Обязательно, да? Ты же успеешь? Да какая разница? Это даже у меня пробафанная, блядь. Что угодно, ну. То ведро просто, да? А этих должны же убить, да? Вы же убьете их. Я могу на вас рассчитывать. Они могилки, да, слон, да. Они молодцы. К ним уважение имеется. Проникся к ним уважением. Когда они за меня, они молодцы. Оу, ты чё, полегче. Ты его сейчас съешь, и мы тебе дадим гриба отведать. Ага. Кстати, это тоже, да? Иди. Так, ну. Ты просто кушай. Эти грибы вообще не знаю. Ну, хотя вот сюда, да, чтобы... На тебе, блядь. Ну, давайте вот это уберем. Есть его чё? Давай там тоже, блядь. Покажите ему, кто тут папа. Ну это легкая катка, тут много уль дают. Вообще просто дохрена. С такими-то грибами, да? Одно веселье. Да блин, опять ускоряшку забыл нажать. Я после этого города все время забываю ускоряшку нажимать, что там ее явно не... 125 он стоит? Ну, в принципе, в городе ускоряшку нажимать это было прям чревато. Я бы не успел бы все отследить. Моего мозга бы не хватило. Я рекламу просто жду. Ее нет. Я всегда, когда жду ее, ее никогда нету. Бедни, как-то мне нехорошо, вдруг у меня какая-нибудь оспа или чума. Там мозга нет. Не стоит паниковать, пользователь Дэйв, у вас всего лишь небольшая ипохондрия? Что это такое? Ипохондра? Я думаю, что дымогриб здесь не пригодится. Дымогриб пускает пары, благодаря которым мы сможем совладать с определенным противником. Чудесно, с таким грибом зомби, глядишь, и сами чуму подхватят. Зомби, чуму, ну окей. А, мне его дали, но не дали, да? Типа, тебя что ли за убрать? Не, вот, не, этот-то я оставлю, да, это прям, он хорош, его не нужно, да, трогать. Ничего, 5 штучек, и он пропается до 3 уровня, ничего себе. У меня, кстати, растение 5 уровня есть. Салат. Мой салат, взрослый мальчик. Так, вы же мне дали его, я ж помню, я ж, что он 125 стоит, да? Угу. Вот он ты, давай к нам. Я хотел вообще глянуть про тебя информацию, что ты там дамажишь-то. На 125-то. Нет, это не ты. Тебе? Он... И что тут есть? Просто вот. А, ты, так в любом случае я тебя не могу апнуть.
Урон 40. Угу. На втором уровне 45. Диапазон 1-4. На 4 клетки дует, значит. Но он 125 стоит. Это хорошо. А ты? Ты на 50 дуешь. Но ты на втором уровне, значит 45. У тебя побольше урон. И ты дуешь на всех. Ну, то есть не дуешь. Ну, может, ты тоже дуешь, кто тебя знает. И где тут? Не понял. А, нет, не понял. Видите, тут только что рисовался этот. Вот он, да? Я спускаюсь, и что? А, тебя, на тебя насрать. Я тебя пока не юзаю. На тебя похеру. Да. Именно все так. Все пути ведут к Тако, мы поняли. При чем тут Тако, скажете вы? Да при всем. Тако при всем. Так, давайте вот это, да, нажмем. Сразу же. Почему-то это очень долгие катки, я не знаю. Сначала, да? На ускорении еще он не вышел, блядь. Угу. Надо два ряда грибов сажать. Это 100%, блядь, просто. Я бы даже сказал, наверное, 200%. Угу. А ты кушай. Так, а ты расти. Так, тебя вот так вот, да. Угу. И начнем вот этих уже сажать, да? Угу. Где ты там? Ага, вот так вот. Ой, сверху там. А, сверху за бобами пришли, я понял. Я говорю, блядь, тут за бобами так-то. О, вот этот вот отражает вроде, да, что-то там? Что-то там отражает, я помню. Про него мне говорили. Говорит, отражает, что пиздец. Не-не-не, он не может отражать. Да отражает, говорит он. Вообще отражает только в путь. Как ты можешь отражать? Ой-ой-ой. Вот это вот вам надо, да? Прописали эти сделать. И вот сюда вот, да? Угу. Так, тогда тебе баба угостим, ну. Слушай. Бедро идет. На ведро у нас есть капуста. Угу. Вот тебе, да, вот так вот. О, идет, да, там, блядь? Ну-ка, кстати, пропишем-ка вот эту штуку. А, ну да, сильно бьет. Окей. Так, ведро убили, молодцы. Вот этому ведру надо тоже прописать, конечно же. Они съели гриб, нихера скорость поедания грибов у вас. Там сейчас опять, да, гриб сожрут. Так, где? Да, угу. Правильно. Ирди. Ирди-то. А, нет, тебе не нужно. Сюда посадим, да? Да, вот так вот сделаем. Угу. Так, на тебе, короче, кушай. А тебе вот так вот. Денег за... Вот вы чё, денег-то нельзя терять, блядь. Не получилось у них. Деньги. Ты где? Да блин, прикиньте, не смог нажать. Так, вот сюда. Да, и вот сюда давайте тоже. Угу. Бобы, не знаю, как в грибную, да, тему записались. Я потерял на серебра 20. Вот обидно сейчас. Только об этом и думаю. А, задание выполнено. Все. Ну-ка, будет что-нибудь. Может, гриб какой-то дадут еще? Тут надо планировать свою оборону. Не, гриба они такого не дали нам. Это в следующий раз. Мне надо еще пеньку быстро пройти. Пенечку, пей. 20 косарей. Каких 20? 2 косаря. Да где? Вот кнопка. На карту. Да. Покинуть уровень. А тут, кстати, сколько каточек-то? А у них 4 перчика, потому что ночи, потому что сложно добывать солнышки. Поэтому просто как бы пока сложным не выглядит. А... После этой катки мне бы дали вот эту штуку. Интересную штуку. Штуку-дрюку, ну. Где погоня пеньки? Вот сюда, в лейку сразу зайдем, да? Мы же будем средненькую пытаться сделать. Ой-ой.
Ой-ой. Нихера себе. О, вот это прикольно. А вот эту мы уберем и посадим. Ну, это тоже бы убрал на самом деле. О, ромашка пойдет. Ромашку я люблю. Уже, кстати, неплохо. Иди пописи на ромашку. Он, и говорит, люблю писить на ромашке. Он меня просил, говорит, если есть ромашки, пожалуйста, можно я на них буду писить? Я говорю, да, конечно, писить, что ты? Никаких проблем вообще в этом не вижу. Ох уж эти пчелки, да? Такие у них это фетиши, блядь, страшные. Да, ой, куда ты, куда? Вернись, блядь. О, вот сюда. Средненькую хочу. Посмотрим, что мне дадут. Сейчас опять, блядь, пройдите с этими раст... Ну, блядь, конечно. А! Вот так вот, да, значит? Жёстко. Ну окей, сука. И они моего уровня, да, понятно. Да. А, о, радует. О, убили? Ничего себе. Боже, смотрите, убили, блядь. Ну тут эти будут, наверное, еще, да? Спасибо. Ну, тут неожиданно, да? Именно те растения, которые мне как бы и подходят. Бля, нихуя, как он питается моим орешком, да? Вот ты мразь, бля. Так, ну я вот сюда поставлю просто. Ха-ха-ха-ха. О, лошара. Пизды за это получай, ну. Я пропеллеры забываю использовать. Вот сюда поставим. Так, вот этого, да, апнем сразу же. Вот этих всех как пизданем сейчас. У-у-у, блядь. У меня просто ни одного дракона нету. О, есть. Так, вот этих отодвинем. Блядство-то какое, блядь, у вас тут творится. Ага. Пойдет, блядь. Я его слопали, блядь. Вот тут-то, да? Тогда вот так вот, что делать-то? Бля. Ну, вот сюда тогда, да? Угу. Так, вот сюда посадим. Вот сюда вот. А, там уже есть. Ебал, вот это последняя, да, идет. Банда, блин. Ой. Я вот это сейчас хуйню, конечно, сделал. Мог бы и победить, да? Попробовать, блин. А, ну я могу, у меня нифига сколько пропеллеров. А все, что ли? О, я победил! Ой, молодец! Ничего себе! Ну, я не буду ждать, да, 7 часов, блядь, просто тупо в игре сидеть. Ну, я могу, да, включить компьютер, пусть он как бы работает 7 часов. Он у меня и 30 часов работает. Подожди, когда последний раз компьютер выключил? У меня 4, где-то четверо суток он у меня уже работает. А я не буду принципиально, короче. Я ненавижу такие вещи, когда делают в играх. Я терпеть их не могу. Я сразу же этой игре ставлю минус 200, блядь. К репутации. Потому что это специально сделано, чтобы ты из игры не выходил. Чтобы это иллюзия была огромного
онлайна, как бы. А ты просто зашел подрочить. Позадротствовать. Ты просто хочешь, как бы, кристальчиков или чего-то еще, а тебя заставляют этой херней заниматься. Это бред. Это как вот эта реклама, которая с каждой дырки лезет тебе, блядь, в этой игре. Ну, Electronic Arts. Что, все, что нужно знать об Electronic Arts, блядь. Еще Тану, Берлога, блядь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!